В рамках рубрики «Что если не WoW?» я засрал не одну MMORPG, и их фанаты нередко пишут мне, что я старый, и поэтому мне может нравиться только такое же старое треугольное говно, как World of Warcraft. Очевидно, они не играли в современный World of Warcraft и не знают, что он совершенен, но это не важно. Важно то, что я подумал, ну а почему бы мне, собственно, не попробовать какую-нибудь максимально старую и треугольную говёную MMORPG? Ну, вдруг понравится. Поэтому я решил попробовать RuneScape. Сложно представить что-то более треугольное и более старое, даже чем RuneScape в его последней версии. Хотя, на самом деле, у него есть несколько версий, но я сейчас не буду вдаваться в подробности. Мы просто поиграем вот в эту самую последнюю и самую свежую. Вкуснятина. И сегодня мы узнаем, как быстро я его дропну. Диск, вот, всего 6 мегабайт он весит, 7 мегабайт. Блин, они даже для браузерки просто сделали лаунчер. То есть там особо качать ничего не надо. Оно, скорее всего, будет работать, ну, как через браузер. В Steam же есть игра. Так а я откуда знаю? Я вот решил поиграть в RuneScape. Блин, это как с этим самым. С Black Desert меня все захуяли, что я неправильно его установил. Там куча отзывов под видосом о Black Desert, что я, типа, бомж, который его устанавливает неправильно. Я, блядь, набрал Black Desert, мне вылезла 4Game. Я такой, ну понятно, здравствуйте, поем говна. Установил себе лаунчер 4Game, и все, и начал играть. С RuneScape, по-моему, то же самое. Я в гугле просто нажал RuneScape. Погодите, я выбираю одежду, это означает, что в игре какие-то шмотки носишь, но тебе не отображается шмот? Шмот не отображается в игре, которую ты одеваешь? Ну это параша. Погодите, это точно новая версия RuneScape? Это вот, это RuneScape 3, да, то что называется? Ну, графон, ребят, чисто полностью ультра, супер-пупер вайт. Pepper Sims начал играть, смотрим. Ой, ой, давайте, кто интереснее пошутит еще про RuneScape? Это, ребят, это игра будущего, если что. Господи, почему у людей такие проблемы с тем, чтобы сделать нормального размера окна диалоговые? А, когда ты готов продолжить свое приключение, открой дверь. И все, то есть вот такой у меня квест, да? Жесть, он идет по лестнице. А как, блин, такой зум можно. Блин, это как. Вот если бы тут еще карты с мобов падали, как в Рагнарке, эта игра была бы 10 из 10, честно говоря, ладно. А, вот это мои все скиллы. Нихуя, погодите, то есть тут каждое действие это скилл, и он типа прокачивается. World of Warcraft мертв. Так, значит, иду к дереву. Ни хрена. Fire. Ой, там, кстати, огонек даже. Ой, я прям. О! Нихуя себе! И дерево заново выросло. И что, я могу крафтить вот так вот костер где угодно и рубить деревья какие угодно? А, сейчас мы... Вот мы тут будем рыбу ловить. Вот тут? Я с... Чё, погоди, я... Откуда у меня эта сеть взялась? А, я выбрал? Вау! Подожди, чё, я сжёг их, что ли? По-моему, burnt переводится не очень хорошо. Я, конечно, не эксперт. Да, я сжёг их. Не волнуйся. Как ты получишь больше экспириенса кукинга, ты будешь сжигать еду менее часто. Я вот уже 35 лет получаю кукинг экспириенс, и недавно я сжёг рис, так что охуел просто. Слушайте, ну эта игра — это шедевр. Вам не по кайфу вообще? Просто тут можно деревце срубить, костерчик поставить. Даже похуй, что это MMORPG, не MMORPG, не важно. Наловить креветочек, это все засунуть. То есть... Типа песочница. Почему я вообще играл в World of Warcraft до этого? Только не отписывайтесь меня, пожалуйста. Я буду стримить WoW. Даже могу хардкор запустить ради вас, просто чтобы вы не отписались. А я что, каждый раз должен chop some logs? И у меня каждый раз будет по одному бревну? О, я левел 2 получил. Я получил левел 2 в рубке деревьев. Ебать! Я... О-оу! Блин, это еще каждый раз мне будут фейерверками показывать, что я получил левел 2 в рубке деревьев? Эта игра становится все лучше и лучше. Как вы знаете, с доступом во многие игры сейчас проблемы. Но для фанатов World of Warcraft есть бесплатное решение. Проект Cirrus с онлайном более 60 тысяч человек в сутки. Кроме того, проект Cirrus дает вам возможность получить бабки. Раньше призовой фонд Cirrus составлял 2 миллиона рублей за различные PvP и PvE активности. И 2 миллиона рублей это уже достаточно много, но теперь призовой фонд составляет 5 миллионов рублей. Начните играть на Сирусе, и вы сможете выбрать один из трех игровых миров. Первый сервер — это Скорж, игровой мир с многолетней историей. Уникальная система прокачки после 80 уровня, черные бриллианты и другие крутые фичи, которых вы больше нигде не найдете. В первую очередь появляются именно на этом сервере. Второй игровой реалм проекта Сирус — Алгалон, максимально приближен к 3.3.5. Идеально подходит
подходит для любителей PvP. Нет систем, влияющих на прогресс. Режим войны везде. И третий сервер, который открылся совсем недавно, Cirrus. Вы можете стать первооткрывателем, можете создать свою новую потрясающую историю на новом сервере Cirrus. И, кстати, неважно, какой из этих трех реалмов вы выберете, на любом из них вас ждет обновленный интерфейс, улучшенные HD модели персонажей, новые локации, например, остров Талгород или Андраксис, место, где живут драктиры. Что? Драктиры? Да, на проекте Cirrus появились драктиры с собственным реализациям этой расы, своим лором, своими сценариями, и доступны они сразу и бесплатно. Кроме того, кстати говоря, драктиры могут, за драктиров можно играть за любой класс, драктиры могут быть любым классом, короче, вы поняли, без всяких этих глупых ограничений. А еще на Сирусе классные PvP-арены, есть даже режим 1 на 1, если вам там вдруг все вот это стандартное и не совсем стандартное, как 1 на 1 не подходит, то есть соло-PvP, все против всех. Проект Cirrus, 10 лет истории и постоянного развития. Выбери свой мир и свой путь по ссылке в описании. Погодите, тут отражение в воде. По-моему, оно, кстати, лучше, чем в Вове сделано. Ну, типа, без шуток, вы посмотрите на эту хуйню. О, блин, смотрите. По-моему, отражение выглядит лучше, чем вся игра вот без отражения. Ну, вы посмотрите в отражение, вы посмотрите. Господи, я сейчас расплачусь, какая графика. Это на HTML5 такой графон? Это HTML5? Да почему вы говорите, что это хуйня? Это, блядь, новое слово в игровой индустрии. Ну, оно старое довольно, но просто для меня новое. На левел 10 дадут саб-класс дровосек. Блин, если бы тут были саб-классы по каждому скиллу, я бы обоссал сейчас монитор. ХЗ, кал пока норм, надо будет посмотреть, что там дальше. Говно, говно. Да вы что, прикалываетесь, что ли? Блин, у моей аудитории вообще вкуса нету, просто как будто вы только и можете, что говно есть, я в шоке. Я что, вообще любое дерево могу срубить? Блин, а что он лагает? Не, реально, он, смотрите, с какой задержкой реагирует. Погодите, а какой пинг? А как пинг узнать? Это же MMORPG вообще-то, это я типа онлайн играю. Тут можно как-то сервак выбрать, еще что-то. Меня лагает реально же жестко, или так и должно быть. У меня такое ощущение, как будто я живу в Ухте и играю в Рагнарёк на Мотор Онлайн. Там то же самое было, потому что из Ухты пинг до этого Мотор Онлайн был 1000. Мастер Чиф, ну его на самом деле так зовут, но вы поняли, дает вам пустое ведро и... Ух, блять, я закрыл нечаянный диалог, я щелкнул мимо. Чё мне надо сделать? Я не успел прочесть! Так, ладно, значит, мы идем к воде. Это раковина. У них что, водопровод там есть, что ли? Я набрал воду в ведро. А как? Я ж не выбирал ведро. Ладно, похер, я набрал воду в ведро. А, я понял, вот это нажимаем так и вот так. И чё? А. Я получил, видимо, тесто. Ой, тут мужик какой-то стоит у него. Жесть, у него раб под домом. У меня также Локи сидел, пока не сбежал. Но у него кирки не было. Ребят, да эта игра лучше, чем World of Warcraft, я вам гарантирую. Блин, вот я не понимаю, вы играете во всякие Black Desert реально, в нормальную игру, в которой что-то интересное, какие-то интересные штуки, вы ее хуесосите за графику. Ну вы рофлите, что ли? Вам сколько? 13, что ли? Так, тут мужчина. Охренеть, там крысы. Вы прикиньте, все это держит у себя в подвале просто обычный мужик. Нихуя себе, это я что в нее кастанул? Вы видели? А чё я кастовал? Это чё было такое? Вот это чё? И а чё она мертва? И а где труп? А лут? Так не говорите, что тут лута нет, я тогда удаляю сразу. Прямо сейчас в чат, кто шарит в игре, напишите. Пептар, тут есть лут, это просто такая крыса тренировочная, она исчезает, поэтому. Лут есть, всё, слава богу. Только что Рунскип избежал удаления. Ну вот, не, ну в этой игре реально ты играешь и чувствуешь, что что-то как другая какая-то игра, а не какой-то очередной понос на это. Тесса какой-нибудь. Хоум-телепорт. Вау. Клик. Так, нихрена. 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 Вау. Вау. Бурфорп. Лучше бы этот город назывался Ухта. Как-то проще было прочесть. Но это походу вот игроки, которые просто так бегают. Я все еще не понимаю, как отдуплиться и куда нажать. А типа мой класс никак не определяется. У меня просто есть прокачка каждого типа оружия. И все, или как? А, какие-то значки, это просто типа показывается, что происходит. Не, ну слушайте, а это мне тоже нравится на самом деле. Блин, а гайдов? Ну гайдов нету. Но это все равно лучше, чем Black Desert Online.
Ой, я нечаянно сбросил путь. Вот эти самые игроки в Black Desert Online мне писали, что типа вот ты тупой, поэтому не смог разобраться. Я не понимаю, в чем я там не смог разобраться. В Black Desert Online было все очень понятно и очень скучно. Тут все очень интересно и нихуя непонятно. Вот в этом я в замечательной игре реально не могу разобраться. Это просто пиздец. У меня мозг взрывается. Но это хорошо, это, знаете, это значит, мозг работает. Как будто ты на математике сидишь. Такое ощущение. И ты еще типа пропустил, две недели болел, приходишь, и там. Что-то все обсуждают, ты не понимаешь, что. Господи, я лопну сейчас, я не понимаю. А вот это что, я не помню уже. Что это за штучка? Я в какой-то момент включила. Зачем? Combat Mod Revolution. Да, блядь. Какой Combat Mod Revolution? Ладно, давайте сделаем пару квестов. Все, не надо сразу, не надо пытаться понять все. Правильно ведь? Правильно. Тебе в первую очередь нужно убить кучу коров, так ты вкачаешь скиллбой и залутаешь кучу мяса и кожи для прокачки других про. Так я уже. Так в меня только одна корова вылазит. Я вот залутал корову, теперь не знаю, как освободить инвентарь. А ты реально профессиональный игрок? Ты знаешь, как включить панель скиллов, как где взять руну там или что? Или мне делать. Как. Ты. Ну, типа, ты игрок, тебя можно поспрашивать? Потому что я пиздец, у меня обычно на стримах всегда есть хотя бы. В смысле ты напиздел? В смысле ты напиздел? Да блин! RuneScape это, походу, самая непопулярная игра в мире, потому что у меня всегда на стриме появляется хотя бы пара человек, которые шарят в этом дерьме, во что бы я ни играл. Они мне что-то советуют, я учусь играть. А тут я чувствую себя, как будто я просто какой-то обычный абрыган, человек просто смертный, который решил поиграть в игру, и мне вообще никто ничего не подсказывает. Играл в RuneScape, сейчас два убивал кучу корт. Ну ты красавчик. Ну я сейчас буду вот жарить мясо. Нихуя. Там можно войти в данж, смотрите. Блин, блин, у меня прям ощущение, как будто я мир исследую. Я не знаю почему. Может быть, я просто старый, и мне в 35 лет, вот мне не нравились все эти игры с графикой хоть с какой-то. И мне надо было какое-то всратое говно, чтобы радоваться жизни, я не знаю. Ну, типа, как бы, можно все, нету никаких всплывающих дресснот. Ну, практически нету. Если попросить помощи игроков в общем чате. Hello... Guys. Как будет guys? Блин, я все время то гей напишу, то, ну, типа, мы одобряем, конечно, но людей-то, ну... Блин, как это слово... Я просто помню набор букв... Вот так, guys? Как-то не так. Гусь? Не так. У меня такое ощущение, как будто бы я первый раз в жизни играю в World of Warcraft, реально. Просто такой школьник сел, ничего не понимает, ему очень нравится. Видите, мне ответили в чатике прям. Говорят, на юге около куриц. А где курицы? Это кролики, это не курицы. Так, мне нужны курицы. Все, погнали искать куриц. Я не знаю, почему мне так нравится, я не могу понять. В этом просто буквально нет логики. Это ж хуйня какая. Ну, то есть, тут куча проблем у этой игры на самом деле. Нет, я не буду никого грабить. Блин, тут прям, слушайте, сюжетные квесты, то есть, ну, типа... Вот вспомните вот этот... Вот реально. Black Desert Online, да? Мне там дают квест какой-то... О, у нас там тролль красный нос, и нужно, в общем, пойти и посмотреть на телеге, которую он сломал, чтобы выяснить, где он. И ты бегаешь и нажимаешь. А тут ты сразу такой, вот там какой-то чувак, он демпит цены, давай с ним попытаемся что-нибудь сделать. Мне нужно просто, чтобы ты выкрал какой-то его сил. Я не знаю, так, что такое сил. Ну, в общем, ну вот это нормальный сюжет. Типа, не ну, может быть, он и написан первоклассником, но в этом есть хоть какой-то смысл, ты не чувствуешь абсурда. И персонаж твой реагирует нормально. Я не понимаю, почему на стриме становится меньше людей. Ребята, эта игра, это шедевр. Это я в нее буду играть следующие 10 лет. Попробуем просто выкинуть. О, оно дропается на пол? Это игра 300 из 10. Смотрите, ты просто дропаешь на пол. Интересно, а другие игроки видят то, что я насорил тут? Просто если да... Я не знаю, мне так не хватает этого в World of Warcraft, ну, что ты просто можешь выкинуть какой-то мусор. И, ну, это как-то... Типа так добавляет живости игре, я не знаю, как это объяснить. У тебя не было проблем с пингом в RuneScape? Так у меня, да, мне сказали, что это так движок работает. Ну вот я типа нажимаю, и он идет спустя год просто. Вот, ну это жесть, да. Но мне сказали, что так типа нормально. Эти сервера, это что? Это типа столько серверов? А игроки вместе могут играть с разных серверов или как? В смысле, если я захожу на сервак, я могу увидеть только столько игроков и все, остальных я не буду видеть, и потом я могу зайти на другой. Но это же не MMORPG, это же типа как...
В New World даже на сервак вмещается 2000 игроков. Ну погодите, я не понимаю, то есть, типа, у меня один персонаж, и я им захожу на тот сервак, на который хочу, правильно? Не, ну погоди, ну слои в Вове, если я инвайчу чувака в пати, то нас затягивает в один слой. А если на моем слое мало людей, то меня закидывает на другой, чтобы мне было не скучно. Тут вряд ли такое есть, да? А почему какие-то названия есть? Ну погоди, это выглядит так, как будто бы люди создают сервера. То есть, видимо, если мне интересно там какая-то активностью какой-то позаниматься, конкретно которая написана, я туда захожу, и там люди с теми же интересами. Типа так я это понимаю, наверное, себе. Но по факту-то это шляпа. Ну потому что весело, когда ты, допустим, собираешь травку, а тут мимо тебя пробегает какой-нибудь рейд, который идет в какой-нибудь данж. Ну условно там. Или кто... Ну, типа, чтобы мир был живым, а не то, что ты заходишь, так, ой, а давайте вот тут мы будем, значит, деревья рубить. Вот лесорубы собрались все на сервере. Ну вот, да, и кстати, чтобы не мешали фармить, ты пытаешься найти, где поменьше людей, это тоже шляпа. Но, погодите, то есть эти все сервера, они официальные. Тут нету такого, что игрок может создать сервак. Это просто разрабы сделали столько серверов, или как? Ну, не знаю, вот учитывая вот эту штуку с серверами, я бы назвал эту MMORPG условно MMORPG. А как, мне надо прожимать вот эти обилки, или он их сам прожимает? Как вообще работает боевка-то? Мне так никто толком и не объяснил. Потому что я видел вот на корове вот этот дебаф, но я не нажимал кнопку 1. Так. This combat in RuneScape uses resource called adrenaline. Mm-hmm. You are ready to slay some trolls. Head into the cave на севере и defeat 5 trolls. Я, блин, коров еле убил. Что-то у меня есть сомнения насчет того, что я способен убивать троллей, честно говоря. Так, вот тролли. Ой, а тут с ними сражение происходит. А, так не первого левела. А, так они... А почему тролль слабее, чем кролик? Блин, я готовился к эпичной битве. Да, да, в этом что-то есть. Но знаете, чего ни в чем нету? Лута. Я вообще не понимаю, что за прикол с лутом. Ну, в смысле, его же падает просто куча. Куча вот этих костей. Ну, с двух троллей в меня даже лут не влезет. Тут можно как-то слоты, что ли, расширить, я не понимаю. Ну или им нужно сделать какую-то штуку, чтобы я мог там выбирать, чтобы у меня никогда не лутался какой-то определенный мусор. То есть, чтобы я прям кликал по вещи. Юрий говорит, что даже какая... Да почему никому не нравится RuneScape? Вы что, не чувствуете приключения и исследования? Приключения и исследования? Это игра, это шедевр. Да в смысле? Да почему? Да... Most abilities that not currently on cooldown. А, типа оно по очереди активирует скиллы, я понял. Которые не на КД. Revolution is full customizable in your combat system. То есть ты сам настраиваешь, типа, combat system, ну, свою ротацию, типа. Из-за того, что игра тормознутая говно, судя по всему, и как бы смысл, ну, это вот смысл, не смысл движка, а ее движок так работает, что это тормознутое говно. Ты нажал, он там работает через 3 секунды. А они придумали такую систему, что ты выстраиваешь сам набор этих, и они там уже само как-то нажимается. Вот это для стариков! Это игра для стариков, это для таких, как я. Эти ваши мифик плюсы, когда там полсекунды ты ошибся, и все, и ключ затепличен 40 минут в жопу. Вот это сложно. А это, ты там что-то составил такой... Ну чё, давай сражайся. И при этом нету, ну, ты не чувствуешь, как будто это мобилка, знаешь, где у тебя там автобатлер какой-то. Это не автобатлер. Это гениальная система. Это автобатлер, который был придуман в 98-м году. В Эльбине есть соло активности Корапта, допустим. Может, не часто были моменты, когда я фармил данжи в черных зонах, и меня ганкали втроём. Ты только что описал социальную элемент. Ты не сказал, я вот фармил данжи, и потом, значит, мне их было весело фармить. Ты сказал, я фармил данжи, и потом меня выебали. Как я сказал, когда тебя ебут, это социалочка. А, воровство, кстати. А, тут есть воровство, прям реально? Блин, ну это очень классно. Ну вот это типа свобода, понимаете? Я не знаю, почему меня так вставляет, почему именно здесь. Причем я понимаю, что буквально, ну, есть в куче других игр, которые я засрал, есть похожие штуки. Но почему-то именно здесь вот такая создается атмосфера, которая меня захватывает в этом во всем. И вот это как раз тот случай, когда, по-моему, в игру можно сразу играть. То есть ты сразу видишь и понимаешь, как работает игра условно. Может, это меня привлекает. Потому что когда ты заходишь в какой-нибудь, не знаю, Black Desert у нас будет сейчас в качестве примера постоянно использоваться. Ты такой, блять, ну тут вообще куча всякой херни. Понятно, что это, видимо, надо прокачиваться для всего для этого. Как это целиком будет выглядеть, непонятно. А тут, в принципе, понятно, как это будет выглядеть целиком. Без вот ваших объяснений. Мне никто ничего не объяснил даже в чате. Я не надо сидеть ныть и такой, блять, а чё там в итоге-то будет? А чё, для меня, получается, отдельная локация загрузилась, да? Потому что тут нету сейчас других игроков.
который фармит этих троллей. Мне кажется, он меня выебет. Сейчас я со своим ножом. Ну, погодите, я буду есть еду просто. Я ж не зря фармил еду, правильно? У меня вот на двойку есть еду. У него нет шанса. Не, ну тут просто еда, как хил поушен, это, конечно, чит, честно говоря. То есть на нее даже КД нету, получается. Мне почему-то кажется, что тут бой с каким-то сложным мобом просто заключается в том, что ты жрешь еду вот так. Четвертый скейп, половина скиллов недоступна без премиум. Но это вообще считается игра с подпиской, на самом деле. Она, по-моему, 12 или 13 баксов стоит. То есть, в смысле, это типа как World of Warcraft. То, что я зашел без подписки, ну просто вот ты можешь там что-то зайти, посидеть, попердеть немножко. А тогда... я выбил двухручный топор Bronze of Hand Mace. Это мейс, а не топор. Я не понял, что значит офхенд. Типа она только в офхенд вставляет. Где вообще мой лут опять? Ну интерфейс, конечно, тут на самом деле, ну полный кал. Да, но именно офхенд. То есть написано офхенд, и я могу вставить ее только в офхенд. Ладно. Не знаю, всем ли падает этот топор. Здрасте, мистер, я сделал квест. You defeat их лидер, да. Да, это про меня. Мне... Че, мне дали 3 сэндвича кроликов за то, что я убил троллей? Мы отправляем тебя сразиться с лидером троллей. Это настоящее испытание. Не факт, что ты выживешь. Ого, ты победил его и выжил. Это просто невероятно. Кажется, ты очень сильный герой. В качестве награды ты получаешь 3 сэндвича из крольчатины. Окей, окей. Это как моя награда за стрим, когда Бихелидзот не задонатил. Хотя сегодня, кстати, вообще не было еще донатов, так что я даже 3 сэндвича не смогу купить на доход с сегодняшнего стрима. У меня плащ! И посмотрите, у него есть графика. Ну, в смысле, физика. Ну, это красота. Ну, а какой там онлайн получается? Давайте посмотрим сейчас. 167 плюс 306 плюс 250 на следующий день. 6 плюс 94. 12749 онлайн. Ну, в 10 раз больше, чем у Рагнарёка, как мы выяснили. Ну, да, конечно, вот еще одна из проблем в том, что эти серваки отдельно друг от друга, это тоже какая-то странная кринжовая история, на мой взгляд. В общем, если вы не поняли, мне очень зашел RuneScape, и это не какая-то постерония или что-то типа того. То есть я признаю все его минусы, я их вижу. Но я до 4 утра опять не спал и такой типа, ой, а почему же так вот работает? Ведь такие хорошие игры, как Guild Wars 2, например, я не спорю, это, ну, качественная игра, они мне не подходят. А RuneScape подходит. Типа, что за фигня? А, скорее всего, дело в том, что RuneScape, в отличие от огромного количества клонов World of Warcraft, как бы там не было, которые, может быть, меняют боевую систему, меняют графику, меняют там сюжет, лор и всякое такое, но вообще-то они остаются вовом, пусть и с другой боевкой, с другими талантами, вообще по-другому работающими, но они остаются вовом. RuneScape предлагает другой экспириенс, и он не пытается демонстрировать мне какую-то классную графику. Многие MMORPG, они как бы очень красивые, но как бы на самом деле нет, если приглядываться там к каким-то деталям текстур, да? И если это все не сделано в стильно, если это все не выглядит как треугольное говно, видимо, то это, ну, лично меня отталкивает. А в RuneScape нету попыток заигрывать с крутым графоном. И ты такой, понятно, вот эти вот палки, это человечек. Вот я им буду играть, все, меня все устраивает. И бесконечный простор для исследования чего-то нового тебе не тычут в лицо какими-то обязательными маршрутами, которыми ты должен проходить, какими-то сюжетками. Это мне, кстати говоря, и в World of Warcraft не нравятся вот эти вот обязательные сюжетные истории, приключения. Тебе просто дают мир, который абсолютно открытый, ты можешь делать все что угодно, оплатив подписочку 12 баксов, потому что иначе мир сильно сужается. И тебе дают персонажа, с которым ты можешь делать все что угодно. Да, есть похожие игры, там тот же самый Albion Online, например, там тоже персонажа можно развивать так, сяк и фигак. Хотя там это все строится вокруг оружия, которое ты носишь, ну тоже другая система. И в принципе, несмотря на то, что мне очень не понравился Albion Online, потому что я буквально не знаю, что там делать, я люблю соло там что-нибудь весело задротить, гриндить, по-моему, в Albion'е, ну как-то вот не весело мне стало, я его дропнул, хотя я тоже даже делал видос по Альбиону для рубрики «Что если не Вов?», просто он не вышел, потому что мне стало, ну, совсем скучно. Я такой, ну, просто, ну, не для меня, типа, игра. Ну да, там тоже другой опыт, не такой, как в Вове, в Тесса, в Guild Wars, в Black Desert Online, в том же самом. RuneScape, в свою очередь, куда более разнообразен. Это возможность взаимодействовать с кучей всяких штук.
эти квесты интересные. Это тот мир, в который я без сомнения захочу вернуться, хотя, возможно, поиграв в него 10 часов, в какой-то момент я решу, что это кусок старого говна, которое, ну, слишком неудобное, слишком непонятное и слишком скучное с этой вот горизонтальной прогрессией и на самом-то деле бесконечным гриндом. То есть в чем смысл прокачки в RuneScape? Вы просто берете и прокачиваете разные навыки. Все. Типа, о, я хочу быть дровосеком и рублю деревья, там, 90 часов. Я думаю, что на поздних стадиях RuneScape очень унылый. И это просто обычный какой-то унылый гринд, дрочь, который тоже, тем не менее, вот такой вот своеобразный экспириенс. То есть, может быть разный гринд. Может быть гринд, как вот мне рассказывали в Black Desert Online ее хейтеры, что ты просто там бегаешь по одному и тому же споту, бьешь одних и тех же мобов. А может быть ты там рубишь дерево, чтобы у тебя какая-нибудь суперачивка прокнула, какая-нибудь суперштука тебе стала доступна, и у тебя из-за этого персонаж станет более легендарным, задротским, и все такие дридить. Вот это действительно задрот. Это исследование, песочница, это MMORPG, которая работает глобально нафиг по-другому. А я пошел играть в Ragnarok Online, там на американских официальных серверах вышли 4-е профы. Не знаю, до какой докачаюсь, может до 2-й, я не знаю. Спасибо всем большое за внимание, спасибо Бустионам, Патреонам и вот этим замечательным людям, которые поддерживают и позволяют выходить и делать больше контента. На канал Пиптрав Нарезки, кстати говоря, подписывайтесь, там как раз больше контента. Очень веселые нарезки стримов, не устаю повторять. Бихелидзоду отдельное спасибо легендарному спонсору, становитесь тоже там легендарными спонсорами и просто очень крутыми спонсорами, с безумными спонсорами. Короче, все это есть. В конце я вам хочу показать рандомную бумажку из своей папки со старыми-старыми школьными документами. Сейчас будет супер контент. Я вспомнил, что я вам никогда не показывал, и это оно. Смотрите, какой красавчик. А? Как вам? Какая версия Пиптара вам нравится больше? Это я на студенческий фоткался, когда в Питер только переехал. По-моему, сейчас я стал красивее. Всем пока.